45-летняя Мария Порошина поделилась трогательным семейным фото. Актриса позировала вместе с младшими дочерьми и сыном, которого родила в январе. Четырех дочерей звезда родила в браке с актером Ильей Древновым, а имя отца своего сына она по-прежнему скрывает. Многие утверждают, что малыша Порошина родила от иностранного возлюбленного. В кадре актриса запечатлена с 13-летней Серафимой и 9-летней Аграфиной. Лицо 9-месячного сына оказалось скрыто, но поклонники порадовались и такой возможности увидеть малыша. Тайное желание одно загадаем мы с тобою на двоих, разукрасить мир как полотно, ощутить, что счастье просто жить, романтичную написала в Инстаграм Мария. От первого союза с Гошей Куценко у актрисы есть 23-летняя дочь Мария. Она пошла по стопам родителей и тоже пробует свои силы в кино. Недавно Гоша Куценко трогательно обратился к бывшей жене. Мария Порошина удивила бьюти-преображением, став роковой брюнеткой. Она показала нежное фото с четырьмя дочерьми и новорожденным сыном.